Накал страстей и настоящая воля к победе. В Центре физической культуры и спорта «Молния» состоялся 10-й юбилейный турнир по мини-футболу среди любительских команд дагестанских общин регионов ЦФО. Спортсмены бились за кубок дважды героя Советского Союза Ахметхана Султана. Этими соревнованиями в Ярославской области завершились Дни культуры Республики Дагестан. Первый такой турнир был приурочен к тысячелетию Ярославля. Тогда же было принято решение сделать его традиционным. Инициаторами и организаторами выступают Ярославская региональная организация «Общественно-культурный центр Дагестан» и представительство правительства Дагестана в Ярославской области. Я бы хотел бы всех, кто приехал сюда, сказать огромное спасибо, огромные бархала о том, чтобы на нашем славном городе Ярославле проходит сегодня турнир. Еще раз спасибо. В ходе турнира в полуфинал вышли 4 команды – Ярославль, Кострома, Иваново и Вологда. В матче за третье место сражались Ярославль и Вологда. Упорный поединок закончился победой ярославцев в основное время со счетом 3-2. В финале боролись Кострома и Иваново. Основное время не выявило победителя. Счет на табло был равным 3-3. Все решила серия пенальти. Сильнее в ней оказалась костромская команда.